Всем привет, дорогие друзья, и это влог номер 18. И сегодня за 5 минут я вам расскажу топ достопримечательностей города Перми. И начнем мы прямо с самого главного, с эспланады, которую недавно построили. Еще совсем недавно на этом месте ничего не было. Но за последние 2 года, или может быть 1 год, здесь построили новые фонтаны. На сегодняшний момент я могу с уверенностью сказать, что это одно из самых посещаемых мест в нашем городе. Это самый центр. Напротив меня располагается администрация по Пермскому краю. А в той стороне располагается известный наш драматический театр, а также еще одни фонтаны города. Если вы думаете, что это единственное самое красивое место в Перми, спешу вас разочаровать. До 2002 года нам обещали построить Пермь-Сити, парочку красивых высоток около Дома культуры железнодорожников. Это немного подальше отсюда. Вот так выглядела площадь раньше, а вот так она выглядит сейчас. Раньше был такой большой фонтан, интересный, со львами. Потом его загрязнили, и он сломался, и сейчас построили обычные фонтаны. Летом здесь проходят всякие различные мероприятия. Сюда приезжают некоторые артисты, ставят сцену и выступают. Здесь собирается достаточно большая толпа. Вообще у нас в Перми очень много известных личностей. Например, у нас снимали реальных пацанов. Обычные ребята, которые закончили театральные факультеты, стали известными на всю Россию. И сейчас они живут в Москве, и у них сложилась очень крутая карьера. Здесь великолепно, здесь красиво. Ты бы в фонтанах искупался? Ну, десантникам здесь делать проходу нечего. Вон видите вот того Мишку. Это один из самых узнаваемых пермских памятников. Люди трут медведю уши, чтобы загадывать желания на счастье и так далее. Вообще, хочу вам сказать, что Пермь за последние 10 лет очень преобразилась. Раньше центр города был не таким обустроенным, а все, что за центром города, было как деревня, грубо говоря, да? Сейчас же позади меня есть эспланада, есть множество парков обустроенных. Это лето в Перми выдалось довольно-таки жарким. 2 недели назад здесь была аномальная жара, плюс 36 градусов. Я вообще с речки не вылезал. Как это классно, когда ты загораешь в уральском городе. Сейчас мы идем к еще одному памятнику. Называется он «Пермяк соленые уши». Естественно, как видите, «Пермяк соленые уши». Нужно потереть, загадать желание. Возможно, оно сбудется. Вообще, что касается дорог, вот пермских, да? Раньше они были прям вообще убитые, сейчас уже более-менее хорошие. Все, что касается за городом, конечно, осталось на слабеньком уровне, но так в целом дороги ровные в центре, и это довольно-таки хорошо. Я, поскольку учусь на географическом факультете, могу сказать то, что в этом году произошла еще крупнейшая реконструкция городского транспорта. У нас полностью убрали из города троллейбусы и перевезли их в Березники. Вместо этого ввели множество автобусов, да и вообще множество автобусов заменили. Они стали новые, с такими опознательными граффити. Ну а сейчас, дорогие друзья, мы находимся на набережной города Перми. Вот эту надпись вы по-любому знаете. Здесь очень много гуляют туристов, очень много народу здесь фоткается. А в той стороне, сзади меня, сделали реально очень хорошую набережную. По весне река Кама любит у нас выходить с берегов, и здесь бывает все в воде. Сейчас уже август, поэтому такого сейчас нет. We don't
хочу добавить, что счастье не только не за горами, оно еще в наших руках. На той стороне есть пляж, на котором можно пожарить шашлычки. Сейчас, дорогие друзья, мы подходим к галерее, которая расположена у нас прямо у набережной. Всего есть 3 моста. Один здесь и еще 2 там. Обычно в этом месте сидят уличные музыканты и играют на своих инструментах, но сегодня их нет. Тогда послушаем музыку. Пользуясь случаем, хочу передать большой привет своему родному участку механоремонтного управления филиала НГДУ. Пожелать всем крепкого здоровья, удачи, пережить это нелегкое время и вернуться к своим семьям, застать еще лето. Сейчас, дорогие друзья, мы находимся у входа в Балатовский парк. Это у нас микрорайон Парковый, в котором я, собственно, живу. Здесь, на самом деле, можно многое что показывать. Например, это прекрасная аллея, которую недавно сделали. Центральная аллея Паркового нашего. Наш район, собственно, тоже очень хорошо благоустроен. Ну, а очередной влог подходит к концу. Не забывайте ставить лайки. Всем пока!